На дезинфекцию домов специалисты собираются почти так же, как врачи в эпицентр заражения. Меры предосторожности по максимуму. Защита не только от коронавируса, но и от вредных веществ. Обрабатываем сейчас хлорсодержащими препаратами. Обработка подъезда происходит, то есть согласно контракту, это площадки, лестничные марши, то есть лифтовые кабины. Мы работаем моторными опрыскивателями, что очень ускоряет проведение работы. То есть наша задача – это положить дезинфектант на поверхность. Тобольские усилили группировку для обработки города. Специалисты из северных филиалов пополнили бригады. Распыляют дезинфицирующий раствор, начиная с самого последнего до первого этажа. Особое внимание входным группам, полам, почтовым ящикам, перилам, кнопкам общего пользования. Вещество держится до 9 часов. Также проводятся работы на паркингах и придомовых территориях. Все-таки меры безопасности все равно, как бы не было... Каждый человек, мне кажется, боится за свое здоровье. Контракт на проведение дезинфекции заключила администрация Тобольска. Закупленные реагенты координируют работу управляющей компании. Если жители не мешают, вовремя убирают коляски и цветы, на обеззараживание подъезда уходит не более 5 минут. Нам необходимо обработать все дома, а их 693 дома, находящиеся на территории города Тобольска. Больше... Около 12 тысяч межэтажных площадок. Мы будем обрабатывать остановки, игровые площадки. К жителям большая просьба. Все-таки, когда вы видите, идет обработка, я бы попросил жителей оставаться дома. В один и тот же дом специалисты будут заходить неоднократно. Поточная обработка городского жилого фонда в городе будет проводиться до 30 апреля. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.